Совет Федерации России назвал условия принятия решения о новых выплатах детям. Сенатор Валерий Рязанский считает, что решение о новых выплатах семьям будет приниматься только после тщательного обдумывания, сообщает РИА Новости. В этом году бюджет страны не был рассчитан на такие траты, и даже после тех решений, принятых для поддержки населения о дополнительных выплатах. Для начала надо бы дождаться нашего премьер-министра из поездки по Дальнему Востоку. После разговора с ним мы будем решать, будут еще у нас выплаты или, может, какие-то другие шаги для поддержки населения. Все-таки это многомиллиардные расходы, заявил Валерий Рязанский. Как сообщает Министерство труда Российской Федерации, выплаты на детей до 16 лет ранее получили 26 миллионов детей. Они выплачивались на основе данных пенсионного фонда, куда родители обращались за ежемесячными пособиями для детей до 3 лет за апрель-июнь и за единовременными выплатами, рассчитанными от 3 до 16 лет.